Умер Тато Кутуньо. Знаменитому итальянскому певцу было 80 лет. По данным агентства ENSA, он умер после продолжительной болезни, несколько месяцев назад его госпитализировали в больницу Сан-Рафаэле в Милане. Тато Кутуньо страдал от рака простаты, который у него диагностировали 15 лет назад. Я перенес операцию и длительный курс химиотерапии. Потерял почти все волосы. Мне было непросто признаваться на концертах, что у меня рак, и я придумал историю о том, что постригся налысо ради роли во французском фильме. Самая ценная вещь в жизни – это здоровье. Я всем очень советую заниматься профилактикой, вовремя проходить обследование, говорил музыкант в одном из своих интервью. Кутуньо полвека прожил со своей женой Карлой. Эта мудрая женщина прощала ветреному супругу его многочисленные увлечения. Она сумела принять даже сына на стороне, которого родила композитору его любовница, стюардесса Кристина Ланчи. Сама Карла в молодости потеряла двойню и с тех пор больше не могла иметь детей. До последнего она продолжала поддерживать своего гениального супруга. О себе он однажды сказал: «Если есть что-то, чем я горжусь, так это моя последовательность. Я искренен и ненавижу лицемерие. Я всегда говорю то, что думаю, иногда даже плачу за это. Но это часть моего характера. Я очень честный человек, мне нравится уважать других, но они должны уважать меня».